советники меня не приглашали, ни президент, ни патриарх святейший. И по-хорошему втройне обоих жалко, а я бы мог их искренно утешить. Я сам прожил не в подполе в углу, на перепутьях бился и при входах, старался и исследовал все вглубь. Пришлось пройти огонь, морские воды. Про трубы медные мне лучше умолчать, настолько трубы нынче обмельчали. Иной приблудный с виду, каланча, а присмотришься, кривляка, Чарли Чаплин. Протертый, прожженный, но не плут, сверял свой путь с евангельским дотошно. Что не скажу, ахают, переврут, шикуют изверги и под столом не крошки. Терпел товарищей, знакомых и родных, не доходил ни с кем до понебратства. Народу часто было не в продых, теперь хвалюсь содружеством прекрасным. Советовать пришлось не наугад, но тщательно сверяю все с писанием. Горшки звенели и блистал ухват, я знал рецепты легкого касания. Советы плод приносят наяву, от благодарности мне разум не затмило. Тонувших прежде вижу на плаву, не засосало староверья илом. Мой опыт и во всем вперед прогляд был не востребован хвостом и головой. Вокруг больших советники сидят, и каждый первый намертво слепой. Я предлагал бесплатные услуги, старался всем святым обогатить. Всех без советия незнание погубит, им не поможет сонмище их свит. 19 апреля 2008 года.